Проспект Текстильщиков скоро оденут в новый асфальт. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжается ремонт магистрали. Протяженность участка от Лежневской до пересечения с улицей Шубиных – больше 2 километров. На все виды работ будет потрачено 107 миллионов рублей. Это самый серьезный объект. Объясню почему. На протяжении последних 5 лет мы наблюдали на этом участке пучины. При вскрытии дорожного полотна и, соответственно, была выяснена причина. Их было две. Первое – это то, что протекало соединение ливневой канализации, а второе – то, что имелась течь из заброшенного гидранта. Все это было, соответственно, устранено, и в данный момент уже происходят восстановительные работы. Дорожные работы здесь такие дорогие, потому что пришлось много манипуляций проделать под землей. Было сложно наладить водоотведение. Сейчас заброшенный гидрант отремонтирован. Подрядчик уложил геотекстиль, сетку и засыпал щебень. Частично восстановлено движение, чтобы он давал равномерную усадку. Водителям придется потерпеть пробки. Ускорить работы не получается. По контракту на их выполнение дано 45 суток, а точнее дней. Мы сами бы готовы были выйти в ночь, чтобы такого движения, коллапса не составило. Но у нас есть федеральный закон о тишине. Мы, конечно, просим пойти администрации города на нарушение законодательства, выдать нам разрешение работать в ночное время. Но пока придется нас понять. И будем работать дневное время, пока нет разрешения. На участке дороги помимо качественного асфальта проезжей части будет новый тротуар и бордюры. Также появятся 2 островка безопасности. Чтобы пересекать дорогу в нерегулируемых переходах было не так страшно. В планах по всей протяженности проспекта Текстильщиков установить новые остановочные павильоны. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.